На восток США обрушился ураган Флоренс, которого с тревогой ждали всю неделю. В штате Северная Каролина менее чем за сутки выпало полметра осадков, а порывы ветра превышали 200 км в час. Под воду ушли первые этажи домов, жители эвакуировали на лодках и вертолетах. На данный момент известно о 5 погибших, среди них ребенок. Почти 1 000 000 человек остались без электричества, отменены более 1500 рейсов. Режим ЧС объявлен в самой Северной Каролине и 4 соседних штатах. Но все же удар стихии оказался не таким масштабным, как ожидалось. К берегу Флоренс подошла уже в статусе тропического шторма. Но один из журналистов местного телеканала, видимо, решил добавить драматизма. И во время прямого включения стал изображать, как ветер едва не сбивает его с ног. Изображал, надо сказать, очень убедительно, и зрители наверняка бы ему поверили, если бы не 2 прохожих, которые внезапно появились за спиной репортера. Они абсолютно спокойно, прогулочным шагом прошли мимо. Попытка руководства оправдать своего сотрудника вышла еще более смешной. В официальном заявлении сказано, что его шатало от усталости.